В республику пришли морозы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют понижение температур. Днем столбики термометров будут показывать в разных районах от минус 12 до 28. Ночью от 15 до 35 градусов ниже нуля. Также, по данным гидрометцентра, ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду и снег. На дорогах гололедица и снежный накат. В такие дни специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность в обращении с печами и нагревателями. По статистике, ежегодно с наступлением холодов отмечается рост пожаров, связанных с неправильной эксплуатацией.